Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. В сегодняшнем видео мы посмотрим открытие 50 контейнеров сюрприз, которые появились на продаже сегодня. И я, честно говоря, считаю эти контейнеры, ну, не сильно интересными. Сейчас попытаюсь обосновать свою конкретно позицию в отношении данных контейнеров и почему мне они не нравятся. Значит, смотрите, в отношении контейнеров сюрприз и чем они отличаются от других контейнеров, опять-таки, исключительно по моему скромному мнению. Если мы возьмем контейнеры «Собери их все», то представьте себе такой себе мешок, из которого вы пытаетесь достать кота. Ну, то есть, кот там вроде бы должен быть. Никто не знает, как этот кот выглядит. Неизвестно, какого цвета кот вам попадется, когда вы рукой там шарить будете. Ну, а с высокой долей вероятности вы кота, в принципе, вообще за хвост не поймаете. И получите, скорее всего, не кота, а что-нибудь такое, типа всякого рода сертификатов, бустеров, ну и подобные лабуды. Но кот, теоретически, в этом контейнере есть. Более интересно открывать контейнеры на конкретную машину, потому что там ты понимаешь, какого кота ты пытаешься достать. Ну а что касается контейнеров сюрприз, то это такой себе мешок, в котором лежат такие себе мешки, из которых можно попытаться достать с какой-то долей вероятностью определенного вида кота. Ну, допустим, Раумпанзер. Можете посмотреть, что находится внутри. И, как вы понимаете, здесь не только машина из золота, то есть это не контейнеры огромный сюрприз, а такой себе маленький сюрпризик. Ну и, соответственно, есть бустеры и вся остальная лабуда. В некоторых контейнерах голды побольше, в некоторых поменьше. Короче говоря, каждый контейнер имеет свои шансы на ту или иную тачку. Стоит также отметить, что радует, по крайней мере, меня то, что в этих контейнерах сюрприз нет машин нижнего уровня. То есть здесь, ребят, все стартует, начиная от восьмерок, ну и, соответственно, заканчивается десятками. Таким образом, если все-таки вы достанете себе танк, то можете рассчитывать на то, что это будет не песок. Спасибо большое Тимуру за то, что прислал свое видео с открытием, потому что я, допустим, не могу позволить себе потратить 75 тысяч голды из своей копилки. И, кстати, спасибо большое ребятам, которые мне периодически подарочки присылают. Благодаря вам я кручу рулетки и создаю новый контент, но все-таки 75 голды для меня, ну уж совсем дороговато. Ну, а Тимур, я так понимаю, голду не считает, и мы с ним неплохо сработались. Хотя, Тимур, и я надеюсь, ребята меня поддержат в комментариях, нам пора выходить с тобой на новый уровень сотрудничества. Давай лучше присылай все эти контейнеры мне, а я их буду открывать. Я надеюсь, ты понял, что я шучу, ну и, соответственно, не будешь на меня обижаться. Ну что, ребят, давайте начинать смотреть, что у Тимура получилось и что он получил из своих контейнеров. Поехали. Первый контейнер. Я видел, что контейнер выпадает на машинку Эмиль-1951, но что в нем внутри, здесь под вопросом. Со старта 750 возвращается. Маловато, конечно. Я потихоньку буду записывать в отношении возврата голды. И, даст бог, танчики буду писать, какие выпали. А потом в конце видео калькуляцию подобьем. Итак, десятка. Объект 260. Нифига, но 1000 голды возвращается. ВЗ-114. Девяточка коллекционная и... Ну давай, не жадничай, дай Тимуру хоть что-нибудь вкусненькое. Ничего вообще, даже золото не возвращается. Грусть, тоска, едем дальше. Action X. Восьмерка, довольно неплохая, скорострельная, пробивная. Мне лично нравится, считаю must-have. И вот вам, пожалуйста, первая тачка буквально на первых контейнерах. Action, записываем экшена. Ну, я лично оцениваю Action X в 7500 свободно. 1000 голды прилетает и плюс контейнер на Химеру. Химки нет, есть 750 золотом. С миру по нитке голому веревка, по чуть-чуть голда возвращается. TL-7120. Машина, которая вечно от меня убегает, все никак ее не могу поставить себе в ангар. Ничего, даже голды не упало. Ну, это грустно. Это грустно, ребят. Объект 274А. Интересный танчик. Восьмерочка. Ну, давай. Давай. Нет. 14 дней према. Это самое вкусное, что выпало из контейнера, к сожалению. Раумпанзер. Опаньки. Интересно. Интересно, выпадет или нет, ковшатый друг. Нет. И опять-таки нет даже голды. Объект 907. Шикарно, десятка, коллекционка. Ну, давай, выпади. Нет, 500 золотом. Астрон Рекс, восьмерка, барабан, два снаряда. Довольно интересная машина. Всего лишь 100 золотом.
Да, блин, ну печалька, печалька. Пока меня радует то, что это не я открываю, хотя хотелось бы, честно говоря, себе нервы пощекотать. Су-130ПМ, будет ПТ-шная имба? Нет, ПТ-шной имбы нет, 750 золотом. Еще раз 907 объект. Но... Нет, 750 золотом. Но что-то, честно говоря, грустновато по машинам вообще. Всего лишь один экшен, это не весело. Объект 260 еще раз выпадает, если я правильно помню. И 500 золотом. Ну, маловато. Маловато, честно говоря, для такой стоимости контейнеров. Маловато тачек. Калибан. Крайне редко выпадает кому-то из контейнеров. Это факт. Нет, нет Калибана. Ну, здесь я не удивлен абсолютно, потому что контейнеры на Калибана одни из самых нефартовых, конкретно на... Ну, точнее, контейнеров на конкретную машину. Так, здесь у нас 500 золотом. И только что была еще 1000 при этом, при открытии самого контейнера. Еще раз Су-130ПМ. 750 голды. Девятьсот семь. Давай, выпади. Еще 33 контейнера впереди. Нет. 750 золота. Да что ж такое-то, а? Где танки? Где танчики? ТЛ-7-120. В этот раз выпадет или нет? Ну, давай! Нет, нет машины. Ну, в принципе, с этими контейнерами, если танк не появляется в центре экрана, то значит ты получаешь всякого рода лабуду. Химера. Семьсот пятьдесят золотом. Кто следующий? Опять Химера. Игра такая говорит, нет, Тимур, Химеру, забирай Химеру, пока даю. И не дает, 750 золотом. Что-то я уже сам нервничать начал. Вроде бы и открытие не мое, а все равно как-то, знаете, внутри потрясывает. Как-то это все-таки передается даже через экран. 274А. Но нифига, нифига. Не дается объектик сегодня, ровно как и Химера. Раумфпанзер. Ну давай. Нет, ни Раумфпанзера, ни голды, вообще ничего. Галимовато, конечно, он открылся. Бизончик. Бизон ТЦ-45. Система дозарядки барабана на два снаряда. Классная тачка. Не выпадает, блин. Ну это ужас, ребят. Я, честно говоря, уже потихоньку в шоке. 26 контейнеров осталось. Шкода Т-56. Реально, за 24 контейнера, если я правильно понял, только один танк. Это вообще ни о чем. 1000 голды и еще раз бизон. Но, дай бизона. Нифига. А вот камуфляж на бизона, на тебе, пожалуйста. Ну и куда его одевать, если танка нет, блин? Хотя что-то мне кажется, что у Тимура танк точно есть. Объект 907 еще раз дразнит Тимура. 907. 907 все-таки выпадает. Объект 907. Коллекционная десяточка. Два танка, но все равно худо-бедно, ребят. 27 контейнеров, это очень мало. Два танка на такое количество. Не знаю, может я не прав, может сейчас уже голды у него вернулось гораздо больше. Бизон опять не выпадает. Лансен С. Не самая крутая тачка 8 уровня. Ну, несмотря на это, его у меня нет. Лансен С выпадает. Ничего себе. Меня удивило то, что он не выпал посредине экрана. А, наверное, просто контейнеры-то разные на каждый танчик. Наверное, из-за этого. Эмиль 1951. Я знаю, что на десятке всегда выпадает по центру. Если выпало по центру, значит, десятка твоя. 1000 с золотом. Я уже, честно говоря, со счету сбился, что там получается. Action X. Надеюсь, он не выпадет еще раз. Это будет совсем грустненько. Не выпадает. 500 золотом. Ну, мне кажется, что лучше 500 золотом возврата, нежели повторное выпадение
премиумные машины, за которые компенсация серебром идет. Еще раз Action X. Да сколько их там в конце концов? 750. Ну давай, насмеши меня, еще раз экшена давай. Нет, G-Sorchik. Очень крутая ПТХа с барабаном и с великолепными хэш-фугасами. Нету G-Sora, есть 500 золота. Ну, давай. Давай еще объекта 260-го, так чтобы прям контрольный был по десяткам. Не дает. 500 голды, блин. Бурасик. БЦ Бураск. Ну, давай. Батчатильон. 3000. Еще 1000 и СУ-130. Семьсот пятьдесят золотом. ВЗ-114. Ну, девяточку дашь? Коллекционную. Давай. Нету, блин. Да что ж такое-то, а? Уже к финишу приближаемся. 14 контейнеров осталось. Бизон С-45. Нифига. Нифига, просто нифига не падает. ТЛ-7120. Ну? Ну давай. Нету ТЛ-ки. Но обратил внимание, что ТЛ выпадает, ну, крайне редко. Не знаю почему. Танк не настолько крутой, чтобы разработчики прямо его придерживали. Объект 260-й. Ну, мне, по крайней мере, не выпадает. Сколько я не открывал контейнеров и мог достать его оттуда, не падает. 500. Золото. Еще раз объект 260-й. Он прям напрашивается, как 907-й в ангар пытался попасть и все-таки попал. 750. Да ну блин. Ну рил, серьезно? Три тачки, это все, что будет за все контейнеры. 9 штук осталось. Ну дай хоть Калибана, я не знаю. Червячка замари. Нет, та же самая история. Только легендарный внешний вид на эту тачку. Химера. 8 контейнеров осталось. Но Химеру ценят в 10 тысяч разработчики, когда на продажу выставят. Опаньки! Вот она! Вот она, родимая Химера! Не знаю насчет того, стоит ли она 10, но 8 она стоит точно. ВК-9001П, клиночек. Ну, давай, порадуй. Порадуй своим появлением на экране. Нету. 500. Но маловато. Маловато все равно, ребят, маловато. Как ни крути, объект 260-й. Ну, рил, серьезно. Объект 260-й все-таки в ангар попадает. Две десятки, три восьмерки. Пока вот такой вот результат, ребят. 1000 голды. Ну, давай еще хотя бы восьмерку одну бизонтика закинь. 5000, ух. Вот это хороший возвратик пошел. Ну, давай еще раз так же. Суперконь. Суперконь, по-моему, еще не светился контейнер на суперконя. Нет, не выпадает. 1000 золотом. Да, остается 4 контейнера, и, честно говоря, прям совсем грустно. Химера. Грустновато. Я не знаю, может там по голде, конечно, очень круто вернулось. Может, прям, знаете, так по капле и накапало там пол ведра. Но что-то не знаю. Там было 500, 750. Бурасик, давай. Хотя я вот смотрю, в записи была и 1000, и 5000 было. Нет Бурасика. Бурасика нет. Два контейнера остается. ВЗ-114. Ну, давай девятку. Нет девятки, блин. Все, последний контейнер.
Последний контейнер. Раумфпанзер. Но, давай. Давай. Блин, да ладно, серьезно. 5 машин. 5 машин за 50 контейнеров. Это гон какой-то. Я, честно говоря, немножко в трансе от того, что я сейчас увидел. Да нет! Блин, он еще покупает! Химер, зачем оно тебе надо? Блин, еще 25 тысяч ты сливаешь на 20 контейнеров. 500 голды, хорошо хоть... Тимур, мне теперь придется превью переделывать. Я-то, блин, видел вначале, что ты 50 купил. Ну давай теперь клинка доставай. Доставай клинка. Нет клинка, 500 с золотом, блин. Объект 260, но он уже был. Если сейчас будет еще раз, то в любом случае это компенсация. Угу. Хренпенсация, 750 золотом. Тимур, ты гонишь, реально. Я бы не покупал, серьезно. Ребят, пишите в комментариях, вы бы покупали или нет. Суперконь будет? Не будет суперконя. Ну, серьезно, вы бы покупали еще 25 контейнеров после открытия вот этих предыдущих 50? Или 20 контейнеров он купил? Нет вообще ничего, блин. 1000 золотом вернулось только, и все. Калибан. Ребят, хотите верьте, хотите нет. Я сейчас сижу, у меня реально руки трясутся, блин. Хотя нет, это не я открываю. Еще раз Калибан. Это получается сколько? 100 косарей голды ты влил сюда, блин. 100 косых золота. Я не знаю, что ты планировал отсюда получать. Вот серьезно, я не понимаю. Я, ну, рулетку крутить по кругу на огромный сюрприз, я бы крутил ее. Но это, блин, это шиза просто. 500 голды. Action X. Был уже. Неинтересно абсолютно. 1000 голды. Ну, лучше, чем экшен. Базара нет. Еще раз экшен. Ну, давай, удиви меня, блин. Не удивляет. 500 золотом. Су-130 ПМ. Хрен там. 500. Ну дай в конце машин немножко. Дай. Еще 8 контейнеров. Дай хотя бы 2 тачки. М4 Ё. Или Ю, как он там правильно читается. Барабанная восьмерка. Бестолковая, как мне кажется. Ай, блин. Эмиль 1951. Да ну чтоб тебя. Ты посмотри, что происходит. Не, ребят, это не для моей нервной системы однозначно. Шкода Т56. Все, валидол мне точно нужен. 5000. Еще 1000 и попытка забрать сушку. Увенчается успехом? Давай. 500 золотом, блин. Лансен С. Был, неинтересно. Не давай ему Лансена. Дай лучше золото, косарь. Угу. Да, косарь, блин. Хоть 10. Еще раз клиночек, давай, давай коллекционочку. Ну в тебя столько влили, блин, в эти контейнеры. 750. Ну я отказываюсь верить, что танков больше не будет. Нужен танк еще хотя бы один. Раумфпанзер. Ну блин, десятку не хочешь давать, дай хоть восьмерку. Еп. Ты посмотри, какая... Джисор 10.08. Ну! Ну! Ну давай! Давай, падла! Ты посмотри... Ты что ж такое-то, а? Это реально шизофрения какая-то. Калибан, блин. Все.
Ну давай колебанчика. Бляха-муха, ты посмотри. Даже это... Не покупай 5 штук! Ну хоть превью не переделал. Хотя бы не переделал превью. Сотка. Астрон Рекс, будет или нет? Нифига не дает ему, блин. Я в шоке. Су-130ПМ. А зачем ты вообще это, ну, купил? Вот в конце я вообще не понимаю покупку. Серьезно. 750 золотом. А, я догнал. Ты талисманы хотел добрать. Так они не окупятся. С них 1000 будет. В чем смысл было за 7,5 покупать, чтобы получить косарь? Ну ладно, тебе виднее, но, блин, я в шоке, честно говоря, еще 1000. Ну дай хоть астрона в конце, контрольный в голову, так, чтобы я хоть спать ночью мог. Вообще пусто. Я в шоке. Ребят, я не знаю, честно говоря, как вы, а я немножко нахожусь в трансе. Хотя, с другой стороны, может, я просто еще не посчитал все, что вернулось назад. Сейчас возьму, как обычно, для вас пару секунд времени, а для меня несколько минут на то, чтобы сбить калькуляцию. Ну и, соответственно, расскажу вам, что почем и что Тимур с этого всего получил. Итак, друзья, я все посчитал, и у меня получилось следующее. Суммарно было потрачено 107 500 голды. Просто бешеная цифра, от которой у меня заворачивается мозг. Куплено было 75 контейнеров. Из этих 75 контейнеров было получено Action X, который я оцениваю в 7000, объект 907, который я оцениваю в 15000 голды в голом состоянии, Lance NC, который я оцениваю в 7, Химера продается всегда за 10, но оценю его все-таки в 8, это объективная нормальная цена данной машины. Объект 260, тоже 15000, поскольку коллекционная десятка дешевле стоить просто по определению не может. Итого танков было получено на 52 тысячи золота по грубому подсчету. При этом всем из контейнеров суммарно вернулось 45950 голды. Напомню, ребят, что изначально было потрачено 107500. Ну и, соответственно, танки плюс голда суммарно получается, ну, там, 97950, ну, 98. На разницу было получено всякого рода иксов, свободного опыта, сертификатов и так далее. Плюс получено было несколько легендарных камуфляжей на машины. Не знаю, ребят, пишите свои комментарии в отношении того, как вы считаете, был ли здесь окуп или выход в ноль, или все-таки это ушло все в минус. Ну а я с этим всем попытаюсь теперь жить и спать. Тимур, спасибо тебе большое за присланное видео, от которого я, честно говоря, до сих пор нахожусь в тихом шоке. Вам, друзья мои, искренне желаю более качественных, по моему мнению, открытий контейнеров, прокрута рулеток, ну а самое главное, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Стараюсь специально для вас. Всем пока-пока.